Белграда километр 80 Очень много точек на трассе, где торгуют арбузами, дынями, другой сельскохозяйственной продукцией. Вот сейчас с правой стороны развал дыни, а нет, какие-то статуэтки, поделки, черты, в общем, что потреб. Так, что за город? Город Оленье. Заехал за. Въезд по-идиотски сделан. Впереди камера на 40. 40 значит 40. Речка Оленье.
Конечно, нет, я тебя жду же. Сюда американцы хотел продвинуться, сейчас. Давай. Напитки на сиденье, пледы разные, утеплители, шкуры животных.
все солнце в лицо. Точнее, блин. Здесь тоже нехилая инфраструктура для автомобилистов. И гостиницы, и столовые, и кафе. Все, что хочешь. Маловато, правда.
городу показывает 400 километров. Thank you.
27 километров левый поворот. Это объездная, я полагаю, Волгограда.
Уважаемые водители, на АТС «Авто Плюс» реализуется дизельное топливо плюс видов. Новошахтинск, -21, Ленинского ИБЗ и ДТ «Евро». От 41 рубля 50 копеек до 44 рублей 50 копеек. Работает мини-маркет. Масла, мочевина и другие сопутствующие товары. Здесь настроение вам никто не испортит. Налив 100%. Радар ограничение 60.
Дурилка картонная.